Добрый день, любители аниме и кожи. Сегодня у меня новостной ролик из мира кожи, потому что у нас сегодня очень хорошая новость. Приехала новая кожа от американского производителя кожи Herman Oak из Сент-Луиса, про который я вам уже рассказывал, и ранее у нас уже была кожа от этого производителя в очень классном таком цвете, цвете Russet, который очень многим понравился, очень такой востребованный был, но это были одни из самых дорогих ремней, и в принципе кто-то жаловался, что дорого, но в итоге заказали их очень-очень много. Вот для примера фотографии ремней, которые я делал на заказ, и тем более не все здесь эти ремни представлены, которые я делал для заказчиков, для подписчиков моего канала, но я стоял несколько, и тем более многие из этих подписчиков в итоге еще присылались фотографии, как они носят эти ремни, как они у них, с какими джинсами они носятся, и как, и все в один голос говорят, что ремни просто обалденные, обалденная кожа, потому что кожа сама по себе просто шикарнейшая, толщина кожи была от 4,8 мм до 6 мм. Кожа плотная, износостойкая, красивая, красиво стареет, вообще просто обалденно смотрится. И потому что еще эта кожа непростая, она у нас имеет явное дубление, которое длится от 6 до 9 месяцев. Дольше дубится кожа только у английской кожи English Bridal, которая дубится 12 месяцев. Вот, представляете? И ввиду этого, конечно же, кожа становится дороже. Но, в принципе, она хуже-то не становится. Кожа очень стойкая. И вот приехала новая кожа черного окраса. И этот окрас называется Black Drum Dyed Harness, или сокращенно Black DDH. Кожа сама по себе очень интересная. Она окрашена барабанным способом, и в итоге у нее сердцевина-то не окрашенная остается. Кто-то оставляет при обработке, использует обычный полироль для того, чтобы обработать торцы, и в итоге цвет не окрашенный видно. Но также, конечно, используют и черные краску или там черную полироль для того, чтобы обработать тоже черный токанол, и закрывают, делают полностью черным. Ну, кому как интереснее. Ну, кожа сама по себе очень интересная, и сейчас про эту кожу вам расскажет сам продавец кожи, и можете его послушать. Приветствую вас, друзья. Herman Oak Old World Harness теперь доступен в черном цвете. Ничего подобного я раньше не держал, кроме цвета Rust, тоже Herman Oak. Кожа очень наполненная, тяжелая, толщина 4,8-6 мм, сердцевина вот такая светленькая, красивая очень, обратка сглаженная, с краешку может быть более ворсистой, в середине вот такая, прямо очень хорошая. Вот, кожа тяжелая, убийца, наверное, других конкурентских артикулов. Вот. Я рекомендую всем попробовать, тем, кто работал с Брайдлом, с Хорвином, с тяжелыми русскими кожами. Вот. Кожа реально прямо мощная и максимально приятная. То есть такой кожи обязательно нужно поработать и понять всю суть данного артикула. Он очень красивый, маслянистый. А кожа вообще разработана для конной амуниции, то есть она очень долго носится, вот, не убивается в тяжелых погодных условиях, и она плотная, не тянущаяся, вот, не резина. Так что советую вам обязательно присмотреться, к тому же теперь есть в черном цвете в наличии, также есть цвет Rust, который у нас постоянно был. Вот, с недавнего времени. Ну и как бы вот два цвета есть теперь всегда. Постараемся держать на постоянной основе. Кожа очень красивая, на самом деле. Очень плотная, приятная. И в то же время она не сухая, а прям наполненная. Запах бомба. А кожа дубится явным методом. Это 6-9 месяцев дубления, выделки. Вот. И получается очень, очень классная кожа. Бычок нам приехал длиной около 3 метров. Вот. Заготовки будут разной длины. В
Вот такая интересная кожа от американского производителя Herman Oak. Надеюсь, вы все услышали, что вам рассказал продавец кожи. И я вам могу сказать, что кожа на самом деле такая, как он рассказывает. Потому что если я работал уже с другим цветом кожи, здесь отличие только в окрасе. А кожа та же самая. Кожа просто обалденная. И у меня у самого лично есть такой ремень. И, кстати, американские денимхеды считают, что это одна из самых лучших кож для ремней для ваших самых крутых джинсов. Потому что эта кожа точно такая же, как носил ваш дедушка. Потому что в названии так это и указано. Но я вам говорю, кожа просто обалденная и достойна внимания. Поэтому, если хотите что-то достаточно интересное, не как у всех, поэтому я советую вам заказать и сделать такой ремень. Поэтому пишите мне и заказывайте. Все контакты я оставлю под видео. Пишите мне на почту, которую я укажу и здесь, и под видео, или в ВК. Пишите мне, и я для вас сделаю отличный ремень, который будет вам служить долгие-долгие годы. Ну, на этом свой ролик я заканчиваю. Все, кому понравилось видео, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Ну все, всем пока, счастливо.